Так, на распаковке, значит, Mi 5, купленный на GearBest. До России дошел 31 день в белом цвете. Посмотрим комплектацию. Не буду говорить про характеристики телефона. Телефон как бы всем известен. Посмотрим просто, ну, как на GearBest сейчас запаковывают, включим. Если там вообще глобал прошивка, может, он только на китайском. Ну, там бывает прошивка типа 2 китайских, один английский язык. То есть когда не глобал стоит. Ну, смотрите, пакет в пакете. Переходник. 10 ампер пропускная, типа 250 ватт. Ну так, неплохо. Евро. Бывают магазины хуже, которые дешевые. Еще один пакет. Здесь у нас Made in China White. Одна штука. Покоцанный децл. Вскрывался 100%. Ну, то есть китаец, может, скрывал. Потому что, смотрите, вверх, да, телефона. Вот. Вот так, понятно, понятно. Mi 5 и 32 гигабайта. Давайте. Отложим комплект стандартный USB Type-C адаптер. Китаец, сейчас сразу проверим. Ну, очень плотно садится, отлично садится. Китайцы, китайцы. Так, и писанина скрепка. Окей, с этим все ясно. Давайте телефон. Так, белый заклеен. Понятно, все хорошо. Пока включается сейчас. Нет, Global стоит MIUI 7. Сейчас мой русский язык. Разрешить.
Потом все активируется. Понятно. Итак, значит. MIUI 8. MIUI 7. Настройки на телефоне. Android 6. Mi 5. 4. Да, понятно. 26 свободно. Все. Работает. Окей. Угу. Все на русском. Никаких проблем. Позже сделал обзор еще на такой же аппарат, только с AliExpress на 64. Посмотрим, что там, прошивка какая-то и так далее. Здесь, я думаю, по разъемам ничего нет смысла говорить. Телефон не новый.